Мы команда Дома Таланта, и сегодня мы расскажем, как нам добраться. Начинаем мы с этого от станции метро Академии наук. Двигаемся за нами. Мы к вам сейчас идем. Здравствуйте, Дома Таланта. Музыканты сразу знают, куда идти, им не надо показывать. Супер. То есть это уже как бы, я понимаю, интервью. Это мы снимаем ролик, как до нас дойти. Мы проходим первую городскую больницу. Это обязательный пункт. Доходим до второго перекрестка и возле Петруся Бровки 2 поворачиваем налево. Мы подошли к Петруся Бровки 2А. Сейчас двигаемся по улице Петруся Бровки 1. Поворачиваем налево. Направо. Мы налево. Поворачиваем направо. Мы идем по движению. Поворачиваемся направо. Направо поворачиваем. Но не обращай внимания, она в душе очень добрая собака. И идем до последнего подъезда. Теперь мы поднимаемся на третий этаж. Теперь подожди, пусть она перенастроит эту яркость на автомате. До цели. Надеемся, что вам это видео поможет. До встречи в Доме Талантов! Don't you know that time is around?